большой политике, чувашской культуре и детских воспоминаниях о республике. Меня повели, или я сам ходил, уже не помню, в кинотеатр, который сейчас тоже здание осталось. Как он оказался в Чебоксарах впервые и зачем вернулся сюда спустя 70 лет? Чем запомнится ему эта поездка? Нас встретил вот этот удивительный хор. Разговор по существу с писателем и телеведущим Александром Прохановым. Смотрите 6 июля в 17:00 на Национальном телевидении Чувашия.